Маша приехали из Сум, чтобы с помощью песка рассказать о том, как они любят Украину. Несмотря на то, что выступали первыми, ребята, говорят, ни капельки не волновались. Потом на ней человечиков рисовали. А потом мы рисовали озеро и мост, и там и удочки, и солнышко. Ехал поезд. А потом и поезд. Нечем было волноваться. История короткая, что... О чем волноваться, если история сама короткая? Юные художники от 3 до 17 лет из разных уголков Украины съехались в Харьков на всеукраинский фестиваль песочной анимации. На специальной доске с песком рисуют 4 руки. Аниматоры, говорят, не просто сыпят картину, а рассказывают историю, каждый свою. За несколько минут на глазах у зрителей рождаются облака, деревья, птицы и даже дружба. Девочка и мальчик, как девочка с мальчиком, ходили под зонтиком и подружились. Это придумала наша учительница Марина. Художник картину может писать день, два, месяц, год. А здесь ребенок должен нарисовать здесь и сейчас, в очень ограниченный период времени, под музыку и, в общем-то, в затемнение. И увлечь зрителей своим действом. Поэтому песок – это такой материал, он живой, и его нужно чувствовать. Детей этот достаточно новый вид искусства особенно привлекают, рассказывают их преподаватели. Ведь песком можно нарисовать даже мультики. Анимация развивает фантазию и мышление. Они делают работы быстро, что позволяет им быстро достигнуть результата. Для них очень важно иметь результат сразу после своего труда. Они очень увлеченно работают на занятиях, и их просто не оторвать. Если ты уже мастер, тебе это просто как 2×2. А ты уже мастер? Да. Своими сыпучими историями маленькие аниматоры, говорят, готовы делиться со всем миром. Главное, чтобы зритель нашелся. Мария Жукова, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».